ночная Паттайя. Наше путешествие на острова Манвичай и Капет началось с отеля Паттайя Парк в Паттайе. Отель Паттайя Парк. Мы вот пришли в порт и решили ехать на экскурсию Одиссея. Даже не знаем, что получится. Вот такая наша толпа. Здесь вот рядом есть здание. А мы в порту. Если будет большая волна, говорят, отменят. Но ветер конкретный, на скоростном катере. Сейчас идем к своему катеру. 20 сантиметров, Рома. Коротышка. Вот потом. Рома. Ух ты. О, смотри какой. Это Рома. Команда наша вся из веселых и неунывающих. Интересно, какой комфортабельный катер нас домчит до островов? Мы направляемся навстречу приключениям. Навстречу приключениям. Посмотрим, что дальше будет. Набирает ход, берет к островам.
острова обезьян. Приближаемся к острову. Пойдем. Пойдем. Смотри уже, как прыгает. На голову стоит лапизиана. И меня. Вон, возьми, Виктор. Я тебе говорю, иди возьми вон у него огурешки. Он раздает. На, вон давай им кушать. Ну все, покормил. Вон сколько их здесь. Они здесь все. О, здесь маленькие. Они какие-то сытые. Ребята, пожалуйста, ко мне подходим, кормим обезьян. Большая такая, смотри, какая обезьяна. Ух ты, запрыгнула. Большой? Это, наверное, у них вожак такой. Иди сюда, если ты уселся. Иди на. Остров обезьян называется. Остров обезьян. Маленькая малтышка. Одиссея, поднимаемся! Мы посетили остров обезьян, когда-то здесь была американская база. Американцы ушли, обезьяны остались. Как-то непонятно. Ребята, еще раз, как вам обезьяны? Супер! Все, понятно, пока не нальешь, не забирай. Пока живые. Отлично, ребят, значит, сейчас мы с вами покормили обезьян, сейчас мы плывем на наш остров Купай. Ориентировочно плыть мы будем 40-50 минут. Ребят, аплодисменты капитану, чтобы он нас берет. Аплодисменты себе. Thank you.
Мы идем на остров неизвестности. Вперед наш катер! Таиланд – страна неизведанных островов. Сколько в них загадочности! Подошли к острову таинственности. Красота! Мы на месте! Сходим по одному человеку. Ромик, давай, ты первый. Ух ты! Как мы будем шорты. Вот мы высадились, как десант. Ромка, помаши. Вот мы высадились, как десант. Нас очень много. Ой, здесь как каменистые. Но. Ужас. Вода-то холодная. Ромка уже бежит. Вся наша команда разбрелась, кто налево, кто направо, а мы прямо.
Хотя сегодня солнца нет, все пошли сразу купаться. Ну что, поныряем, отведаем глубину бездны. Мы с Ромиком начали кувыркаться, плавая по берегу, как дельфины. Накупавшись, мы пообедали со всей командой, отведав ухи и макаронов по-флотски. Решили дальше пойти по берегу острова. Ракушечник. О, здесь вон, смотри, и крабы. Крабы. Только смотри по-осторожному. И ракушки, и крабы. Смотри. Только не торопись. Да. Нет, я не пойду туда. И ежики, ежики. Ай, больно. Такое ощущение, что попали мы на таинственный остров, таящий много опасностей и загадочностей. Ромик что-то увидел. Давай посмотрим.
Нас поджидают всякие неизвестности. Надо быть готовым ко всему. Наша погрузка будет на катер. Все почему-то начали ждать, когда первыми поднимутся на катер, чтобы идти курсом в Паттайю. Отошли. Катер заводит обороты двигателя и до Паттайи. До свидания, остров таинственности.
По всей команде видно, что все устали и хочется им спать. На горизонте появилась долгожданная Паттайя. Мы все же еще в Таиланде. Вот мы и приехали. Паттайю! Путешествие Одиссея закончилось удивительно хорошо. Хотя думали, попадем в шторм. Океан Марины. Постеплу. Сейчас каждый ищет свой микроавтобус, чтобы поехать в отель. О, какой правильный. Реката 2017, 4-8 мая. Это мы. Сейчас будем искать наш автобус. Мы сейчас только приехали. Было путешествие на острова Манвичай и Капе. Сейчас мы идем домой в отель Паттайя Парк.
этом отеле мы живем. Харки-парк.